привет! Сегодня мы будем готовить салат, острый салат из кабачка. Для этого нам понадобится кабачок, морковь, репчатый лук, можете взять любой, 2 зубчика чеснока. Здесь у меня приправы: кориандр молотый, черный молотый перец, красный сладкий перец, соевый соус, подсластитель у меня стевия, вы используете тот, который вы найдете. Уксусная эссенция у меня 25%. Соль и зелень, это уже когда вы будете подавать этот салат. Итак, начнем. Кабачки нужно порезать такими брусочками. Не очень тонко. Вот такими. Кабачки я порезала. Теперь берем чайную ложку соли, перемешиваем тщательно, чтобы все кабачки просолились, и отставляем в сторону примерно на 30 минут. Так. Дальше мы режем морковь. Морковь вы можете потереть на терке для корейской моркови, можете также тоненько-тоненько порезать, можете, ну, обычно на терке порезать. В общем, как вам нравится. Ну, я предпочитаю тонко-тонко-тонко, прям паутинкой порезать. Вот так. Морковь готова. Сюда такую неполную чайную ложечку соли. Ну, будем считать, пол чайной ложки достаточно. И так же, как кабачки, вот так вот просаливаем. И тоже отставляем в сторону. Мы это делаем для того, чтобы эти овощи дали сок. Мы отжали и, в общем, дальше будем работать. Так, теперь лук мы порежем вот такими перьями. То есть режьте пополам и вот так. Можете, как хотите, можете четвертинками порезать, можете половинками, как хотите. Вот так я буду резать лук. Чеснок вы можете тоже, чеснокодавилка, терка, как хотите. Я миленько порежу. Этот салат у нас идет на чередование, ну и там дальше на закреп. Если кто наши новенькие зрители, я напомню, что мы на диете Дюкана. Мы с этой диетой Дюкана уже давно. Леша похудел за 2,5 года на 52 или 53 килограмм, точно не помню. Ну, в общем, достаточно большой вес. Сейчас мы придерживаемся достаточно правильного питания. Раз в неделю мы делаем белковый день. Каждый день мы съедаем обязательно 2 ложки отрубей. Но сейчас мы уже добавляем туда разные семечки. Вот такое у нас питание. Если у кого-то возникнут вопросы, вы, пожалуйста, задавайте, мы всегда ответим. Так, вот, значит, у нас вот так вот все овощи мы порезали. Теперь мы идем к плите. Итак, сковороду ставим на огонь. Выливаем примерно 2 столовые ложки растительного масла. Выкладываем лук. И слегка его обжариваем. У нас нет задачи его сделать там золотистым. Он просто должен чуть-чуть такой, знаете, стать прозрачный. Совсем немного. Вот буквально 3 минуты я обжаривала лук. Выкладываем чеснок. 1 минуту прогреваем, огонь уменьшаем, чтобы чеснок ни в коем случае не пригорел, будет горчить. Прогреваем. Ой, пошел запах, девочки, так вкусно. Так, и сюда мы выкладываем все приправы. Тоже прогреваем. Буквально полминутки.
Ну все, можете выключить, чтобы ничего у вас не пригорело. И сковорода достаточно горячая. Вот так вот помешивая, еще полминутки. Аромат стоит потрясающий. Вот кто любит, вы знаете, вот корейские, там морковь, рыба хе, вот прям аромат стоит потрясающий. Так, теперь идем к овощам. Так, берем кабачки и аккуратно отжимаем. Берите небольшими порциями, чтобы ничего не поломать. Сока достаточно много вышло. Вот смотрите. Вот. Так, также мы поступим с морковью, то есть отжимаете и выкладываем в миску. Теперь выкладываем зажарку. Теперь мы сюда выливаем чайную ложечку уксуса. Напомню, у меня 25%. Если у вас будет яблочный или там 9-6%, добавьте столовую ложку. Так, теперь мы сюда добавляем столовую ложку соевого соуса. И чайную ложку подсластителя. У меня стевия. Все. Теперь мы это тщательно перемешиваем. Знаете, кто любит острое, добавьте какой-нибудь острый соус или красный острый перец. Пробуйте. И я думаю, что вам этот салат понравится. Вы будете его готовить для себя, для своих близких. Так. Все-все очень хорошо, чтобы все-все-все вкусы, все соединилось. Все тщательно перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем, ну, хотя бы часа на 2, на 3, ну, желательно на ночь. Итак, у нас прошло примерно часа 3. Теперь, ну, что нужно сделать? Нужно добавить в салат зелень и лук. Если вы не хотите, он и так, в общем-то, получается вкусный. Можете укроп добавить, кинзу добавить, все, что вы хотите. Мелко режем зелень. Я все пропорции под видео в инфобоксе напишу. Я напишу для полкило кабачков. Это, в общем-то, понимаете, на 3-4 человека, как салат, как закуска. Вот очень хорошо, допустим, даже пресловутая куриная грудка. И если вы с этим салатиком сделаете, ну, съедите, очень-очень вкусно. Всем рекомендую приготовить. Это на самом деле очень-очень вкусный салат. Все. И та соль, вот то количество, которое я положила, то есть я замачивала кабачки, морковь, вот этой соли вполне себе достаточно. Если вот хотите, можете добавить что-то еще острое. Но вот так вот в этом виде великолепный салат. Поэтому всем рекомендую приготовить. Худейте с удовольствием. Всем пока. Лайки, лайки.